Мы поинтересовались у архангелогородцев, не боятся ли они того, что добровольная публикация фактов личной жизни может однажды обернуться против них самих. Потому что у нас все базы, они же имеют такое свойство, что их рано или поздно все равно может это взломает, да, то есть и может быть то, что ты сейчас, ту информацию, которую ты укладываешь для своих друзей, вот, может быть, какие-то свои интимные вещи рано или поздно станут доступны всем. То есть в этом, конечно, есть опасность. Поэтому каждый из нас сам, размещая информацию в социальных сетях, должен понимать, что рано или поздно, что это могут быть узнать об этом все. Нет, не будет, потому что я не выкладываю никаких данных, которые там могут плохо повлиять. Лишней информации, там, как место работы, какие-то личные данные, такого ничего нет. Ну, мне кажется, это только в том случае, если вы что-то такое выкладываете, а никто же не просит вас это делать добровольно. Каждый должен отвечать сам за то, что делает. Если вы вкладываете против себя компромат, ну, надо думать, наверное, головой. Только ВКонтакте, в принципе, фотографии, больше никакой информации нигде никогда не выставляю. Зачем это, мне кажется, лишнее? Родные и близкие знают все про меня, остальное ни к чему. Не получится против меня, там нету информации никакой особой. Конфиденциальной, что ли, там такого ничего нет. Кто-то перегибает палку, и правда. Ну, не знаю, я думаю, что все-таки следует собирать информацию о других людях. Почему бы и нет? То есть так будет общество более такое, скажем, обезопасено.